взвешивание пришел, взвешился, вес был 65-200. То есть заявочные веса были 305, первоначально 305, 180 и 260. То есть по разминке в приседании, после разминки мы перезаявили на 300. То есть в бинтах в таких первый раз выступал новых. То есть на больших весах мы в них не работали. А, получается, на разминке сказалось, что, блин, мягкие вообще колени. Ну, то есть перезаявили, что конкретно. Начали 300, то есть присели. С той стойки заказаны были одни, они высоту на одну меньше поставили. И я узко приседаю, то есть тоже с этого сказал, они широко. Ну, покрепились, присели кое-как, ну, встали 310. На второй подход они же нормально поставили стойки, все. 310 тоже, то есть встали. Третий подход 315 заказали. Ну, как бы присели. Ну, запасно, я считаю, был где-то пятерка, не больше. Ну, вот я говорю, проблема была в бинтах, то есть я считаю, что бинты не подошли. Мог бы больше, то есть рассчитывал примерно на 330 где-то на этих соревнованиях. Ну, второе упражнение, жим лежа, получается. На разминке, разминку провели хорошо, все здорово. Как на заявочных весах было 180, так и начали 180. 180. Второй подход 190 и третий 195. То есть тоже хорошо выполнили. И в тяге уже с тайпенцем. Француз, получается. У меня были соперник француз и тайпенец. То есть француз, получается, в жимах забаранил. Но 165 он не выполнил. Тайпенец, получается, присел. 292 ему не засчитали, 210 пожал. И вот в тяге у нас было с ним как бы за третье место. Но он легче вешал, 63, 200 что ли, или 300 где-то. Ну, это в тяге получается, ну, 260 как тоже заявочный был вес, так же и начали, 260, 272. И 280 надо было уже тянуть, но как бы... Впервые, ни разу не тянул такой вес, впервые поставили. Видать, так легко сорвал, что не ожидал сам и, соответственно, не потянул. Ну, и в конце концов, четвертый стал. Тайпенец обыграл всего на 6 сотых там целых. Ну, ты как считаешь, вот выступление на Всемирных играх, 24 место занято, это для тебя хороший результат? Либо как ты оценишь? Я думаю, нет. Минимум мы рассчитывали на третье место. То есть. Вот. Результаты в жимах, то есть тяги, более-менее, а вот приседания, нет, с собой недоволен, хотели присесть больше. Какие планы дальнейшие сейчас? Ну, будем готовиться в ноябре на чемпионат мира. В нашей категории 66 адекватно судили, а вот уже ребят в 74, вот где Евгений выступал с Лешей, и там судейство у них, то есть нелояльное было, засуживали ребят. То есть Женю конкретно, я думаю, брали, то есть там и украинец, и Женю. То есть, как? Откуда ноги росли по судейству? Ой, я думаю, что, наверное, скорее всего, там кто там, англичанин или кто там. Ну, под Олиха, да, делали? Ну, не, под норвежца, скорее всего. Норвежца? Скорее всего, под норвежца. То есть даже Олих там не это, как под норвежца хотели протащить.